Добрый вечер. В эфире информационная программа «Темы дня». В студии Екатерина Иваненко. О главном на сегодня. Киев срывает минские договоренности. В Донецке снова гибнут люди. Около здания московской мэрии задержаны участники митинга, большинство из которых – педагоги и врачи. В Уфе двое неизвестных избили координатора профсоюза работников здравоохранения Андрея Коновала. В Донецке за сутки погиб один человек, трое ранены. Первый вице-премьер Донецкой Народной Республики Андрей Пургин обвиняет Киев в срыве минских договоренностей по мирному урегулированию. Цитата. «Работы по разминированию территории не проводятся. Отвода тяжелых вооружений и в помине нет, равно как и нет никакой амнистии. Напротив, арестовывают людей с формулировкой «пособник террористов». Конец цитаты. Долги по зарплате на Украине в октябре достигли почти 2 миллиардов гривен. Это 150 миллионов долларов. Об этом сообщила сегодня Государственная служба статистики Украины. Притом половину суммы Киев должен выплатить бюджетникам в Донецкой и Луганской областях. Также большие задолженности зафиксированы в Харьковской области и столичном регионе. Чуть лучше ситуация по зарплатам в Закарпатской области. Там ждут от Киева только 300 тысяч долларов. Франция оттягивает дату передачи России вертолета-носца типа «Мистраль», мотивируя это тем, что условия для передачи пока не сложились. Об этом заявил сегодня министр финансов Франции Мишель Сапен. Цитата. «Речь идет о том, что на Украине ситуация должна вернуться в нормальное русло, и чтобы Россия играла позитивную роль. С определенной точки зрения ситуация в целом улучшилась, однако некоторые аспекты продолжают вызывать беспокойство. Поэтому условия пока не сложились». Конец цитаты. Вице-председатель французской ультраправой партии «Национальный фронт» Флориан Филиппо раскритиковал нежелание французских властей своевременно выполнить обязательства по передаче России вертолета-носца «Мистраль». «Это вопрос как репутации и доверия, так и финансовый», – сказал он в эфире национального телевидения, назвав безответственным заявление французских властей. Накануне около здания мэрии Москвы на Тверской улице полиция задержала участников акции протеста, большинство из которых – педагоги и врачи. Всего на митинг пришли около 40 человек. Причины проведения акции – жилищный вопрос. По словам протестующих, около года назад мэр Москвы Сергей Собянин пообещал обеспечить квартирами медработников и учителей. Однако департамент жилищной политики всячески затягивает дело. В ходе проведения акции протеста было задержано 7 человек. Среди них – координатор движения общежития Москвы Александр Зимбовский. Где-то от 6 до 10 лет назад медикам и педагогам дали жилье в Москве за то, что они будут работать в тех местах, в которых они нужны городу. Потом в городе начали сокращать количество врачей и педагогов. Чиновники считали, что они не особо нужны городу. Но поскольку медиков и педагогов решили сокращать в общем, то предоставлять жилье некоторым из них уже чиновники сочли нежелательным. После этого попытались выселить. Некоторым уже начали предлагать договора социального найма на улучшение жилья. Причем, что характерно, договора предлагают, а распоряжения, на основании которого договора заключаются, показывать отказываются. Медикам, педагогам уже один раз показывали неполный комплект документов, они подписали не глядя, чуть не оказались на улице. Второй раз подписывать не глядя, им почему-то не очень хочется. В обращении митингующих к мэру столицы также говорилось о проведении бессрочного пикета. Педагоги и врачи намерены взять с собой палатки и спальники, чтобы оставаться около здания администрации города, пока проблема с жильем не будет решена. В Уфе избит координатор профсоюза работников здравоохранения Андрей Коновал. Вечером на него было совершено нападение двумя неизвестными возле дома, в котором находится штаб-квартира правкома «Действия». Именно здесь ранее проходила голодовка медиков скорой помощи, которые требовали улучшения условий труда и повышения заработных плат. Недавно активисты профсоюза обратились в различные инстанции с требованием привлечь главного врача станции скорой помощи Марата Зиганшина к уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупных размерах – около 2 миллионов рублей. По словам Андрея Коновала, нападавшие угрожали ему расправой в случае его дальнейшего пребывания в городе. Потерпевший был доставлен в больницу, где у него зафиксировали сотрясение мозга. Однако, несмотря на это, Коновал высказал намерение принять участие в митинге под лозунгом «Остановить развал медицины», который пройдет в Москве 2 ноября. Медики и профсоюзные активисты требуют остановить увольнение врачей, сокращение зарплат и установить мораторий на реорганизацию медицинских учреждений в стране. Отметим, что материалы об акциях протеста работников бюджетной сферы в последние месяцы все чаще появляются на страницах газет и в телеэфире. Таковы главные новости к этому часу. Всего доброго. До свидания.